Приветствую, друзья! Вы на канале Ростик, и я рад приветствовать каждого, кто смотрит это видео. Сегодня я расскажу вам об уникальном инструменте, с помощью которого можно находить токены, способные принести множество иксов, или же помочь зарабатывать более стабильно и с меньшим риском каждый день. В этом видео речь пойдет о торговой площадке BullX. Это специализированный бот, который относительно недавно появился на рынке, но, на мой взгляд, уже является одним из лучших инструментов для торговли токенами. С помощью BullX вы сможете просматривать графики, проводить анализ, а также покупать и продавать токены, включая возможность установки лимитных ордеров. Более того, доступен поиск токенов по вашим фильтрам. Все собраны в одном месте, и этот сервис одинаково удобен как на телефоне, так и на компьютере. На данный момент, чтобы запустить бота, нужно ждать несколько дней, так как доступ предоставляется по очереди. Но если вы перейдете по нашей реферальной ссылке, то получите немедленный доступ. Более того, даже несмотря на такую плюшку, как немедленный доступ, вас ждет еще и 10% скидка на торговые комиссии, что значительно облегчит старт. После перехода по ссылке вас перенаправят в Telegram, так как авторизация в боте проходит именно через него. Я уже авторизован в данном аккаунте, поэтому у меня не будет приветственного окна, я просто нажимаю на кнопку меню, выбираю старт и перехожу в браузерную версию. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что бот поддерживает 6 различных сетей, такие как Ethereum, BSC, ну то бишь Binance Smart Chain, и Solana, которая сейчас является одной из самых актуальных. Так как токены на Solana сейчас демонстрируют отличный рост, я буду показывать вам процесс на ее примере. Для удобства можете отключить все остальные сети, просто нажав на иконку глаза. Прежде чем мы начнем, я хотел бы вам посоветовать подписаться на наш телеграм-канал, в котором вы найдете наши движения в криптовалюте. И самое главное, мы публикуем там щиткоины, которые мы покупаем с анализа платных топовых приватных каналов. И для вас это совсем бесплатно. Ссылку на наш телеграм-канал вы найдете в описании. Там же вы сможете найти регистрацию в BullX. Нажимаем старт трейдинг и попадаем в раздел New Tokens. Здесь мы видим все новые токены, созданные в выбранной в нами сети, в данном случае на Solana. Вы увидите логотип токена, его название, сколько времени прошло с момента создания, а также ссылки на его социальные сети, такие как Telegram, Twitter и их сайт. Например, значок таблетки указывает, что этот токен был создан на платформе MFA. Позже я расскажу вам об этом поподробнее. Далее мы видим колонку с датой создания токена, текущей ликвидностью, стартовой ликвидностью, рыночной капитализацией, количеством свопов, торговым объемом и колонку с аудитом проекта. Это одна из самых удобных функций бота. Она позволяет быстро понять, насколько проект безопасен. Настройка фильтров безопасности сильно упростит поиск достойных токенов. Всего есть 4 основных критерия. Первый – это возможность разработчика минтить токен, то есть создавать новые монеты, что может негативно повлиять на его стоимость. Второй критерий – это возможность заморозить токен, когда его можно купить, но невозможно продать, что является явным признаком скама. Третий критерий – это сжигание ликвидности. Если ликвидность не была сожжена, разработчик может рагнуть токен, что может обрушить его цену почти до нуля за считанные секунды. Последний критерий – это процент токенов, которые находятся у топ-10 держателей. Если у них больше 15% объема токенов, это может значительно повлиять на цену монеты. Используя BullX, вам больше не придется переключаться между разными вкладками, копировать контракт и усложнять себе жизнь. Все необходимое уже структурировано в одном месте, а благодаря этому сервису вы будете всегда на шаг впереди тех, кто покупает токены на других платформах, которые подгружают графики намного медленнее и не предлагают такой удобной системы аудита. Чтобы еще больше упростить поиск хороших монет для торговли, можно настроить фильтр под себя. Нажимаем на кнопку Filters, где можно включить индикаторы, которые мы уже обсудили. Возможность минтинга, заморозки, отсутствие сжигания ликвидности, процент владения токенами, топ-10 держателями, а также обязательное наличие хотя бы одной социальной сети. Кроме того, можно настроить более детальные параметры, такие как ликвидность, объем торгов, рыночной капитализации и так далее. Следующий раздел — это Pump Vision. Прежде чем объяснить, что в нем происходит, расскажу, что такое Pump Fun. Это платформа, где каждый желающий может создать свою монету всего за $4 или купить токен с низкой капитализацией. При правильном анализе и вхождении в тренд можно получить множество иксов. Но зачем тогда нужен BullX, если можно торговать на Pump Fun? Давайте посмотрим, как выглядит Pump Fun. Интерфейс постоянно мигает, 1000 новых токенов ежедневно, неудобный график и плохая скорость работы. Нет ни одного индикатора, который мог бы предупредить вас о покупке ненадежного токена.
Разработчики BullX учли уже все эти недостатки и создали Pump Vision, где собраны токены с маленькой капитализацией, но предоставленные в удобном и структурированном виде. В разделе About to Launch находятся токены, которые приближаются к капитализации в 60 тысяч долларов. Когда токен достигает этой отметки, он автоматически листится на DEX, где его могут заметить больше людей. В третьей колонке отображаются токены, которые уже преодолели порог в 60 тысяч долларов. Кроме того, здесь есть индикаторы, показывающие, сколько людей купили токен, сколько использовали торговый бот типа BullX, объем торгов и рыночную капитализацию, а также ссылки на социальные сети, комментарии пользователей спам-фана. Мы также видим процент токенов, находящихся в топ-10 держателей, количество токенов у разработчиков и у инсайдеров, пустых кошельков, которые легко отслеживаются. К каждому показателю можно применить фильтры для того, чтобы отсеять неинтересные проекты. Нажимаем «Filters» и видим, где был создан токен, процент владения токенами топ-10 держателями и наличие хотя бы одной соцсети. Кроме того, можно задать более точные параметры, такие как количество держателей, ликвидность, объем торгов, рыночной капитализации и возраст токена. В следующем видео я более детально расскажу о настройках фильтров, которые я использую для поиска перспективных токенов, чтобы вы могли настраивать их под свои нужды. Далее переходим в раздел Explore, где отображаются все токены с возможностью сортировки по росту, падению и времени появления. Здесь также есть индикаторы безопасности. Желтый щит означает предупреждение, а зеленый указывает на относительную безопасность токена. Теперь давайте перенесемся в раздел Wallet Manager. Для начала нужно создать кошелек. Нажимаем New, сохраняем свой приватный ключ на компьютере или телефоне и подтверждаем, что он сохранен, так как повторить этот процесс больше не будет возможности. После этого можно пополнить кошелек с любой биржи, поддерживающей сеть Solana. Нажимаем Add, выбираем сеть Solana, сканируем QR-адрес или отправляем средства на указанный адрес. Когда кошелек пополнен, можно начинать торговлю. Для примера купим токен Land Wolf в сети Solana с тикером WF. Я давно присматриваюсь к этой монете для среднесрочной инвестиции, она сейчас ушла в коррекцию. Это отличный момент для покупки. Прежде чем сделать покупку, обратите внимание на полезные инструменты, аудит токена, который проверяет его безопасность, и базовые характеристики, цена, капитализация и ликвидность. Есть также удобная функция DeF Trades, которая показывает, когда разработчики покупают или продают токены. В нашем случае эта функция не отображает данные, так как за проектом стоит комьюнити. Еще одна полезная функция — это Buy Map, которая позволяет отслеживать перемещение токенов между кошельками. Теперь переходим к торговому терминалу. Для покупки токена выставляем приоритетность сделки, чтобы ускорить ее выполнение. Я добавляю еще один гноль к базовой настройке, чтобы не переплачивать комиссию. Далее выбираем проскальзывание Sleep Page, которое я устанавливаю на уровне 30%. Включаем защиту от Frost Run ботов, которые могут опередить вас на долю секунд и купить токен перед вами, увеличив его цену. После этого можно совершать покупку. После того, как токен куплен, можно выставить лимитный ордер на продажу. Нажимаем Sell, выбираем процент токенов, которые хотим продать, и устанавливаем нужный уровень цены в графике. Например, я хочу продать 100% монет после того, как они вырастут на 50%. Как только цена достигнет этого уровня, ордер автоматически исполнится. Далее в разделе Портфолио можно отслеживать свои позиции и историю торговли. На этом все по основным настройкам и функциям. Для того, чтобы в вашем портфолио видеть только профитные сделки, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы постим щитки, которые мы сами покупаем, которые проанализированы очень топовыми платными приватками, однако для вас они бесплатны просто за вашу подписку. Также хотел бы попросить у каждого для регистрации использовать нашу ссылку из описания. Тем самым вы поддержите Ростиксона, его команду и его нового ведущего в лице меня, и сами сможете использовать бота прямо сейчас, а не ожидать в очереди очень долгое время. Спасибо каждому, кто посмотрел этот видеоролик. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки и пишите свои вопросы в комментариях, на которые мы с радостью ответим. Всем ультрапрофитных сделок и до скорых встреч!